В мае 2020 года Павел Глоба прогнозирует успех и процветание трем знакам зодиака. Новый месяц, новая удача, новые возможности. Май ассоциируется у нас с приятными праздниками и прекрасной погодой. И этот месяц может оказаться очень удачным для некоторых из нас. Он привнесет в жизнь трех знаков зодиака больше радости и затмит любой другой событийностью и эмоциональностью. Будет ли удача на вашей стороне в новом месяце? И в какой области ваша жизнь восторжествует? Звезды выбрали трех счастливчиков судьбы в мае, и некоторые знаки зодиака будут счастливее и успешнее других. Авантюрный месяц для тельцов. Тельцы, на вашей стороне удача, не упустите ее. Вас ожидает экстремальный и счастливый месяц. Разные события, которые произойдут в вашей жизни, принесут не только пользу для будущего, но и никогда не забудутся, став одними из самых лучших ваших воспоминаний. Любовь, работа, повседневная жизнь – у вас везде ждет успех. Так что можете смело расслабиться и наслаждаться моментами, которые для вас приготовили звезды. Личная жизнь у Дев. Ваша личная жизнь, какой бы она сейчас ни была, в разы улучшится в мае 2020 года. Вас ждут новые знакомства. Причем вы будете пользоваться особенным вниманием со стороны противоположного пола. Если вы свободны, ожидайте новые чувства, которые и согреют, и осчастливят. Если же вы уже состоите в отношениях, ждите развития их. Существует огромный шанс получить предложение руки и сердца, а может даже и приятные известия о предстоящем пополнении. Карьера скорпионов. Наконец, настало время забыть о работе. Не в смысле, что вам не придется трудиться, а в смысле, что вам будет сопутствовать удача, чем бы вы ни занимались. Все договора, предложения, проекты – все будет легко решаемо, словно кто-то где-то взмахнул волшебной палочкой. Просто оставайтесь на высоте, вдохновляйтесь новыми идеями и мотивируйте окружающих, доказывая им, что даже невозможное возможно. Каждого из нас, безусловно, в мае ожидает что-то приятное, у кого-то грандиозное, а кому-то, может, и меньше достанется благ. Тем не менее, все мы должны помнить о том, что только в наших руках наша судьба. Творите, наслаждайтесь и будьте счастливы. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Попали ли вы в этот топ знаков зодиака, которых ждет успех и процветание в мае? И помните, что этот гороскоп – это всего лишь предсказание звезд. Большая часть характера зависит от самого человека и воспитания. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!